Фонарики, змейка, саночки и циркуль. В Люберцах прошел первый этап Кубка городского округа по роллер-спорту. В турнире приняли участие 50 спортсменов из Москвы, Жуковского и Люберец. Соревновались в нескольких возрастных группах и дисциплинах. Наш корреспондент продолжит. Для сестер Евы и Марты Гетман это первые соревнования и сразу на Кубок городского округа Люберцы. Участвовать в турнире им не страшно, ведь рядом родители и тренер, который всегда подскажет. Да и в программе выступления только любимые элементы. Мне нравится ласточка, фонарики. Еще мне нравится, как там змеечки вперед, змеечки назад. Мне нравится. Тоже все нравится. От своих сестер не отстает и Марк. Кататься на роликах начал около года назад. Говорит, этот вид спорта классный. Даже когда просто катаешься в парке, это почти что тренировка. Но одними роликами Марк решил не ограничиваться. Когда закончу ролики, буду кататься на коньках, учиться. Кубок городского округа Люберцы по роллер-спорту проводится по двум дисциплинам – фристайл-слалом и фигурное катание. Если с первым все понятно, сбил конус минус балл, то прыжки, вращения и развороты оцениваются так же, как в фигурном катании на льду. Судьи выставляют две оценки – за технику и артистизм. Оцениваются все элементы, которые спортсмены выполняют. Каждый элемент имеет стоимость. Помимо элементов, судьи оценивают 5 компонентов программы. Ну, у младших спортсменов компонентов чуть поменьше. В основном они отражают как раз именно художественную сторону их программы. То есть мастерство катания, представление программы. Кубок городского округа Люберцы проводится в новом формате. Он поделен на 4 этапа. Следующий пройдет 1 мая. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.